На часах 11:27 на окраине Риги происходит перекрытие Баусского шоссе, одной из самых загруженных магистралей в стране. Сейчас все движение транспорта пойдет через поселок Баложи, и продлится это чуть больше года. Сначала весь транспорт, идущий из Риги, попадает на ротационный круг и дальше пойдет по новой улице Кековас. Тот же принцип реализован и с кековской стороны. Впрочем, жителям поселка Баложи новый объездной путь не доставит никаких неудобств, поскольку строители возвели абсолютно новую объездную дорогу, и она минует все заселенные участки. Старый участок дороги необходимо освободить для новых развязок строящейся Кековской объездной дороги. На месте трассы построят 2 тоннеля, 4 путепровода, пешеходную и велосипедную эстакаду. Также сейчас устанавливаются трубы большого диаметра для отвода ручья Бутлера. Ведется реконструкция высоковольтной линии в 110 кВ. Сейчас строители уже многие опоры путепроводов построены. То есть заложены основания для ротационных кругов и для многих других развязок. Кековская объездная дорога – это первый в Латвии столь масштабный проект государственно-частного партнерства в дорожном строительстве. Частные инвесторы оплачивают строительство всего комплекса сейчас, а государство будет возвращать им деньги в течение ближайших 23 лет. Через 3 года в сторону Бауски будет вести 4-полосная магистраль, которая соединится с трассой Виа Балтика. Ну а нынешние ограничения рассчитаны на год. Даниил Смирнов, Янис Верденс, Русал СМ.